Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы возвращаемся в Grounded, и мы попробуем попасть в подводную базу. Да-да, мы возвращаемся в тот самый прудик. Если мы попадем туда слишком быстро, мы пойдем в верхнюю часть озера. А там, скорее всего, нас ждут более жесткие приключения. А Шашай где-то будет шашаяться. В общем, всем привет! Поехали! Ворона. Так, нам надо плыть вниз. И открывать базу. Это нам туда. А, еще я вчера выяснила, что, оказывается, если бить пауков... Нет, пожалуйста, нет, не ешь меня, не ешь меня. Я выяснила, если... Фуф. Если бить пауков... Если бить пауков, ты наполняешься кислородом. Так, все, попили, поплыли. Что, Шашай? Меня чуть рыба не съела. Ладно, давайте поедим под водой. Почему бы нет? Нам нужно запустить вот эти штуковины, чтобы открылась база. И постараться не сдохнуть. Следовательно, нам надо поплыть по проводам. Плывем по проводам. Что это за кря? Что было за кря? Восстанавливаем кислород! И получаем звездюля. Да что такое? Да что вы такие прытки стали? Стоять! О, видели? Кислород остановился. Ай, клапан повернули. Осталось один. Тут иди в жопу, повычача. Стой! Все. Еще восстановили кислород. А вчера здесь, по-моему, пауков не было. Так, нам туда плыть. Стань. Я плаваю быстрее. А куда? А куда? Стоп, а куда? А как? А где? Раздражаешь москитов, Шашай. Ну и что? Ну, кстати, аргумент. Как нам попасть? Нам надо наверх и вниз. Так. Там ведь открыто? Скажите мне, что там открыто. Мы не должны утонуть. Ой, тупик. Так, вот сюда. А потом вниз. Поплыли. А, да. Все шикарно. Теперь стараемся выжить. Активно стараемся выжить. Нам нужен паук. Нам нужно срочно убить паука. У нас на это ровно минута. Какую дырку выплыть? Вот. У нас минута, чтобы найти паука. И подраться с ним. Паук. Пожалуйста, покричи на меня. Ты где? Паук, пожалуйста. О, вот он. Иди сюда, буду бить. Не уплывай от меня. Стой. Да. Он не целиком меня заполнил? Скажите, тут ведь есть кислород, да? Да! Ребят, мы попали во внутреннюю ба... Ой, тут что-то сверкает. Во внутреннюю ба... Базу. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Верстачок. Стоп, а мы же здесь были. А прикиньте, а мы здесь были. Только с другой стороны. Хорошо. Что у нас тут еще есть? Тут у нас закрыто. Значит, мы откроем это с другой стороны. О! Давайте изучим, что здесь есть. Какая-то цапля в банке. Это ништяк. Можете почитать на паузе. О-о-о! Лут лучанский. Это мы любим. Угу. Это у нас тоже заперто. О-о-о. Короче, нам надо, походу, плавать и плавать. Ага. Вижу я что-нибудь? Не вижу я ничего. Поэтому... Ой, да господи. Стопы. У меня где-то... А-а-а, давайте исследуем. Может, здесь есть стол для исследования?
Ладно, я надеюсь, мы весь фонарик не потратим. И пойдемте плавать. Что-то мы здесь найдем. Определенно. Ой, дырочка. Ой. Ящичек. Ой, ой, ой. Да, да пролезай. Ты ведь можешь пролезть сюда. Давай. О. Так. Скорее всего, мы заблудимся и сдохнем, но я надеюсь, этого не произойдет. Да давай, пролезай. Попа слишком толстая. О, привет, спасибо за кислород. Стой. Стой, бить буду. Дай кислорода. Что? После таких слов обычно никто не стоит. А я не знаю, что-то задний ход дает этот паук всегда. Бить по клавиатуре. Я бью по клавиатуре. Перезагрузить терминал биокупола. Доктор Эпплбаум has pronounced me in perfect health. For a man 20 years my senior, I must face the facts. The gray hairs, the wrinkles, they are not figments of the imagination. I can draw only one reasonable conclusion. It is the elusive fractional errors of the shrinking process, which are the cause. Trudy has asked that I discontinue my experiments, but what choice do I have? If I quit now, I will have nothing. What will I be other than a failed inventor and scientist with no discoveries to his name, unable even to teach the basics of physics to a gaggle of hormonal teenagers? No! If this means that I must sacrifice 20 years of my life, then so be it. Пусто. Стоп, а мы же здесь были. Мы здесь были, получается? А чё? А где? А куда? А да, были. А все? А мы, получается, изучили эту зону? А больше, получается, нам ничего не надо? Ой! Звездюля! Ай! Нет, лопатой тебя бить не буду. Подожди, я топор возьму. Не было печали, как говорится. Из звездюля подъехали. Здесь мы были. Здесь мы ништяк забрали. Здесь больше нет ничего. Здесь мы всплыли. Здесь мы были. Здесь мы были? Давайте посмотрим. О, ништяки не собраны, значит, меня здесь не было. Так. О, господи. О, господи, отстаньте от меня. На. На. Отстань. Отстань. На. На. Ой. На. На-на-на. Отстань. Не нужна мне твоя перезагрузка. На. Вы что такие дикие? На меня напали дерзкие роботы. Минус один. А. На. Не-не-не, меня здесь нет. Если есть стрелы, почему бы их стрелами не бить, верно? Ты чего так разогнался? Все. Роботы побеждены. И стрелы собраны. Собираем теперь все вокруг, что плохо лежит. А вот это лежит очень плохо. Ресурсики. Так, что-то еще... О! Вот такой бы кулер домой. Анализатор. Ура. Проанализируем. Шаша, а ты тем временем где ползаешь? Рука бы бью. А. Мне тут немножко мешают. Кто? Улитки, которые пожарку вешают. Ага. Ну как, лечить, точнее. Так, мы можем сходить, надо запомнить, надо сходить сюда. Мы пойдем для начала наверх. Посмотрим, что здесь есть. Что это? Это ведь надо забирать? Или не надо забирать? Ну, если есть, то почему бы не забрать, верно? Я еще и съем ее.
А почему у меня место занято? Я сейчас освобожу. Так. Что можно еще сожрать и выпить, чтобы освободить место? Давайте кусочек мяса. Собирать так собирать. Все. А потом выяснится, что это все надо обратно расставить. Будет забавно. Все, будем жать капусту и пердить. Ура! Мы нашли суперчип. Копировальный диск. О, еще что-то. Что это мы нашли? Ладно, хоть фильм. Мы открыли купол подводный. Красота. Что за музыка? Ладно. Ни с кем драться вроде бы не надо, и уже хорошо. Ой, паучки плавают. Красота. Кайф. Так. Мы вроде собрали все, что нам надо. Теперь надо сбегать туда, где мы не были. Стоп. В смысле, мой рюкзак там? В смысле, мой рюкзак там? Какой у меня там рюкзак? Ладно. Поплыли. Что за дырка? А, у нас теперь все. А, у нас теперь закрытый люк открылся. Прекрасно. Просто чудесно. Смотрите, какая красота теперь. Я не могу. Ну, давайте тогда пойдем посмотрим, что у нас там за ресурсы лежат. Оказывается, какие-то непонятные остались. Какие-то ресурсы я когда-то потеряла там. Прикиньте. А потом пойдем к Шишаю. Нет, пойдем во второе озеро. Если найдем подъем. На озеро пойдем. Скорее всего, момент поиска подъема я вырежу, но знаете. Я очень старалась найти его быстро. Знаете, чем больше я играю в эту игру, тем больше она мне нравится. Я бы не сказала, что она плохая. Нормально. Вполне ничего такая себе. Понятно. Надо этот рюкзак удалить. Точнее, все тут. Уничтожить стопку. Уничтожить. И уничтожить. Это я вырежу. Так, ладно. Нам надо держать путь на второе озеро. Второе озеро у нас находится... В смысле, рюкзак. Там тоже рюкзак. В озере рюкзак. Почему? В озере рюкзак. Ладно. Мы идем туда. Будем искать подъем. Идем туда. А еще попробуем приручить тлю. Или долгоносика. Ну, скорее всего, тлю. Потому что тля милая. Ой. Я вижу злую корову, которая меня заметила и делает мне плюх-плюх. А, она не мне плюх-плюх делает. Она просто делает плюх-плюх. Так, а где тут подняться? Нигде? Меня здесь просто звездюля ждут. Я зря сюда пришла. Я зря сюда пришла. Я зря сюда пришла. Надо идти на Шишаевский цветочек. Шишаевский цветочек. Подъем где-то там. Сейчас будем опять вечно забираться на Шишаевскую вот эту вот штуку. Это легко забираться. В комментариях напишите. Напишите, Шишаев, спасибо за лестницу. Спасибо за удобную лестницу. Вот так и напишите. Спасибо, Шишаев строитель. Удобная она. Очень. Нет, ну лестница, да. Подъем до лестницы. Он специфический, знаете ли. Блеватроникс начинается. Прыг. Еще не видел подъема термита. Так. Все, идемте купаться. По пути заодно попьем. Видите, какая росинка прям нас ждет. So tasty. Только жирненький перекусил. Ну пофиг. Муравей. Очень злой коров. Этот коров очень злой. Он делает на меня бу-бу-бу и хочет сделать... Бляха-муха,
сука! Простите, техническая шоколадка. Я сейчас буду мстить этой коровке, потому что пошла она в жу... О, еда! Ну, вы понимаете, что это значит? Я злюсь не из-за того, что она меня скинула, из-за того, что мне снова сейчас по лестнице подниматься. Вот, вот как говорится, не надо чужие труды принижать. Шишаевская лестница прекрасная. Все с ней хорошо. Она чудесная и великолепная, и по ней очень легко подниматься и спускаться. Что это за дырка? А как? А как? Как мне к тебе попасть? Нет, тут зубы, много зубов. Там пещера. Так, о. Может быть, где-то здесь можно попасть? Это какой? Это превосходно, я пока долбить его не могу. Ищем вход в эту пещеру, потому что мне нужны эти зубы. 4 штуки зубов. Ребят, у меня столько во рту нет, понимаете? Типа, 4 штуки. Сюда бомбы. У тебя нет бомбы? Вообще не для того, чтобы что-то взорвать, а просто эту толпу термитов взорвать. Я пытаюсь понять, где вход в эту норку. Потому что, ребят, 4 штуки зубов, 4 штуки, понимаете? А, это нет, это я знаю, это что за место? Или нет, это не то место. Это что за место? Это куда меня приведет сейчас? Ребят, мы куда-то плывем. Я очень надеюсь, что мой внутренний Шерлок Холмс сейчас нас направил именно к зубам. Мрамор я тоже пока долбить не могу. Но... Я вообще не знаю, где я. Ладно. Я хочу попасть в эти зубы. Нужно найти необходимую дырку. Технологическое отверстие, которое приведет меня к зубам. Я потеряла, короче, зубы эти уже. Где эти зубы были? Ребят, ну вы видели, сколько там зубов было? Тут есть бутылка, где 4 зуба лежит, а может даже 5. Шишай, нам нужно туда войти. Снова пить, снова есть. Из этой божьей коровки. Ну, я тебя убью. Я тебе сейчас приду и буду мстить. Где ты, Каравелла? Надо уходить отсюда. Там слишком больно и плохо? Нет, у меня репера просто ломается. А что ты две не сделаешь себе? Не знаю. Или носи с собой то, что чинит ее. Так, мстить я буду тебе сейчас. Почему? Потому что... На тебе. Ах ты коза, на. У меня акт мести. На. Сейчас, подожди, я отдыхаю. Всё. В жопу пошло. Где мои вещи? Смотрите, парочка муравьев куда-то идет на свидание, наверное. Интересно, это два мальчика или девочка и мальчик? Ладно, неважно. Так, надо быстро спуститься без проблем. Твою мать. А можно меня на озере, пожалуйста, возродить, не наверху? Твою дивизию. Короче... Есть дырка. Значит, где-то тут есть вход в эту дырку. В эту превосходную пещеру. За тобой? Нет. Где вход в эту щелку? О! Я нашла. Ха. Здесь кто-то был. Значок стажера. Сила приношения, скорость движения. О, это мне надо. Короче, какой-то стажер здесь сдох. А мы тем временем пришли и нашли 5 зубов! Да, ребята, да. Это просто джекпот, я считаю. Просто я сначала сделаю так. Все их открою, а потом разом всосу. Пять зубов, ребят. 5 зубок. 1, 2, 3, 4, 5. О, да. А теперь можно идти на великую Шажаевскую лестницу.
и забирает свои рюкзаки. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Поэтому спешить не буду, спокойно спущусь по классной шашаевской лестнице. Я не хочу тебя бить. У меня нет настроения бить тебя. Я убила твою родню, мне хватит. Отвали, не жужжи мне в жопу. О-о-о. Это второй друг, хомяк, если что, наш, да. Да, я копаю жвачку, ребят. Стоп. А чё? А где? А где? А где? А, вот. Давайте сюда на четверочку поставим грибочки. Будем их жрать. С огромным удовольствием. Привет, мокрица, я тебя потом убью, ладно? В смысле? А почему? А почему? А по... Я просто мимо шла! Вам не нравится, что я ем грибы? Так мне вкусно. Сами не ешьте. Шашай, вон, термитов раздражает. Валите. Говнюки. Пойдем и бежать. Еды побольше, я бы вырезал бы всех. У меня есть еда, можешь прийти ко мне, я тебя цеплю. А еще у меня броня ломается. Пифагорка, иди вниз. Вот. Теперь серия дольше из-за того, что я пошла мстить божьей коровке. Ну, что за жизнь? А ты тут еще появилась. Ну, какая? Говно. Леватрон? А, пойдемте за своими, за моими рюкзаками. Ура! А что с тебя упадет, мне интересно? Иди сюда. Что-то интересное. Ой, у меня ячейки заполнены. У меня не для тебя, кажется, я тебя потом приручу. Что, я все не заберу, наверное, сейчас? Мы забрали все. Правда, все забили, но все забрали. Я перевес, что ты медленно бежишь. Ничего, сейчас проголодаемся, поедим. Нам станет легче. Шашай. Ты собираешься идти домой? Я пока делаю с термитами. Скажешь, когда будешь собираться идти домой? Зачем? Чтобы я тебе скинул немного из своего инвентаря. Отнесешь, улучшишь свои вещи. Рыбы, да, еда. Еда нужна? Это что у термитов есть. Еда? Да. Все, мы идем наконец-то на озеро. Потому что... Пора бы уже давно сходить на озеро-то. Сколько я уже пытаюсь до него дойти, Лём? Ты сворачивалась? Нет. Почему мне выкинулся я? Не знаю. Нет, ни при чем. Валить. Нет, ну если у меня там есть рюкзак, значит я там сдох. Муравьи, отстаньте от меня. Давайте жить дружно. Выйдите по своим делам, я по своим. Да отвали от меня. Вызов принят. Нет. Вот. Вот как бы. Это будет очень длинная серия. Вы чувствуете мое настроение, да? Я сейчас убью этого муравья. Зубки! Да. Шашай нашел зубки. Нет, не умри только, спасибо. Много вел термитов.
потом я построю вдоль вот этой стены забор. Что ж я обнаружил путь? Я не на тот цветок забрал. О. Пусть цветок и не тот. Но я нашла ништяк, так что, в принципе, неплохо. Это тот цветок, да. Ну, ты запрыгивала здесь. Отлично. У тебя митов тут мало, спокойно, как грибочков навать. Много. Это неплохо. Зато еда теперь есть. Еще есть один тоннель, в который так просто не попасть. Можно топорить его уже. Мой топор. Да? Учитывая, сколько термитов я убил, у меня такой же сейчас будет. Это что? А, глава, которую я скинул. У термитов, в принципе, мало чего можно этим топором, этим порубить. Я проведу этот прекрасный долгий бой. Ра-па-па-па-пам-па-па-пам-па-пам. Жука-быка я сейчас убью. Хренам. Игрок Шашай обнаружил. А что? Что ты обнаружил? Что ты обнаружил? Поленница. Чё яйца? Поленница. Скрестить шпаги. Мысли, что я такое взяла, что оно тут сразу. Не тем я отомстила, но я отомстила в любом случае. Как много у меня всего и ненужного, причем ладно. Это на что? На самом деле, этот воск можно легко достать. Все, остальное оставлю. Все потому, что набрала полный карман капусты. Вот сейчас мы точно должны дойти без приключений до озера и поплавать там. А в следующей серии мы пойдем к Шашае. Рубить термитов? Даже рубить термитов. Я пришла мстить муравью, подождите. Я отомстила муравью. Первый раз меня скинула божья коровка, второй раз меня скинула муравей. Ладно, второй раз я упала сама. И третий раз тоже я упала сама. А четвертый раз меня скинул муравей. Да, я все еще иду до озера Шашай. Как будешь дома, сделаешь и мне молоточек следующий? Мне кажется, ты быстрее меня вернешься. Да. Ты сейчас на молоточек добываешь всякую бабуйню? Я нашел только одного жука-быка. А, жука-быка. Ну, я одного жука-быка убила. Может быть, найду еще, конечно, не знаю. Ах, сок-сачок, золотая сукавица, выпила я тебя и побежала довольная.
Несомняшка, ай-яй-яй-яй. Несомняшка, ай-яй-яй-яй. Несомняшка, ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, дорогие друзья, наконец-то мы добрались до озера. Я вижу там светяшку, но я не могу туда забраться, поэтому я не буду туда забираться. Потому что я точно упаду, помру и опять будем вечно сбежать. А? Ну, нет. Ну. Озеро пришло бы прикрылся зараженным. И? Она как бы сюда не должна была приходить. Это точно вторая часть пруда? Да. Чё тут москитов? Охереть сколько. Тигровых. Чё тигровые? Москиты. Они сильнее, типа? Да. Твою дивизию. Там и эти. В воде. Чуть посильнее. Короче, Шашай направил нас в какую-то жопу. Из которой я пока что выхода не вижу. То есть я знаю, как спуститься. То есть это плюхнуться. Ха. По веточке надо идти. По какой нахрен веточке? Ладно. Одеваемся. Подводника. Ласты. Морда лица. А вот тут мы столкнулись. Ладно, божью коровку тоже найдем. Все. Простите. 8. А, о, прыгаем. Арвива! Ай. Под водой тут ничего нет плохого. Точно? Ну, типа. Подождите, а что это такое? А, это просто сухая трава. Я осматриваюсь. Пока ничего плохого не вижу. Просто плыву, плыву. Слышу звук драки. Колючий дав. Да, твою мать! А чё вас так много? Они толпой нападают! А давайте просто поплывем. Просто поплывем. Просто поплывем. Что-то здесь должно быть полезное. Мы просто поплывем. В жопу этих дафни. Почему они такие жесткие? Отвали. Отвали. Так. Это не вторая часть озера, Шашай привел нас в капкан! Капкан! Капканище! Жопа! 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 Шашай! Рыба у тебя добрая! Вторая часть озера у тебя глубокая! Это просто фонтан! Вонючий ссаный фонтан! И, наверное, еще очередной хомяк тут сдох! Ничего не знаю, вторая часть озера. Это просто фонтан! Который периодически все гости, которые бухают, ссут, походу. Отвалите! 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 Ой. У себя от соседей у меня. Ах. Так, ладно. Я вижу, в принципе, куда нам надо. 6, 7. Да иди в жопу. Москиты хотят, чтобы вы ушли. Да мало ли чего они хотят. Я хочу... Закрыто. Значит, если есть сверху вход, где-то есть снизу вход. Должен быть, по крайней мере. Плаваю, поищу. Или в жопу. Хотя нет, может быть, сверху как раз-таки вход, а не здесь. Надо как-то наверх забраться. Через этих всех москитов вонючих. А? Шо? Ладно. Шо? Я думал, что я такое дюкну. Плыви отсюда в очко. Отвали. Ай. Ты очень колючее говно. Знаете, мне наверху больше нравится, чем под водой. Скорее всего, нам куда-то туда надо забраться. Только для этого нам нужно... Как туда забраться-то? Как-то надо. А как? Нет! Что? Тиамитная броня, панцирь тиамита короля. Шашай нашел, что это очень вкусненько и приятное, судя по всему. А ты в меня попил, собака! Ой, 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 ой. Куда лучше? Вверх, вниз, не знаю. Ладно. Иди отсюда. Кошмар просто какой-то. Шашай нас каждый раз отправляет в какую-то такую клаку.
Вали. Вали, ау! Пойти вместе. Надо было. Они направили. Да, сейчас. Не смей. Мне, кстати, туда тоже надо. Угу. Потому что мой рюкзак валяется. Ладно. Поток. А, это стрела. Думал, хвоток поднял. Валяется, получается, там же. Третий в севере. Где туда? Вот это. А, это мошки просто. Так. Я бегу к тебе. Хорошо, нам сюда. Нет, иди отсюда. Жужелица вонючая. Веточка. По веточке нам. А куда нам по веточке? А шо, где? Куда? Вы хотите сказать, что это может так сработать? Господи. Если там где-то есть король. Иди сюда, сосач. Пиндюрь себя в очко просто. Собака. Блин. Конечно, я знаю, что мы можем попробовать, ребят. Можем попробовать сделать вот это. Можем попробовать сделать вот это, вдруг проканает. Типа, хотя не, вряд ли. Мы не долетим. А что, а где тут? А кто? Я вижу выход. Пойдемте по веточке. Смотрит на меня. Короче, нам в идеале надо попасть туда, но туда надо как-нибудь подстроиться. Хорошо, и конечно, если ты придешь сюда, я буду очень рада. И не только я. Я Панчито! Ладно, это просто пончик. Так, как попасть туда? В этот, кстати, замок. Молоток, кстати, вовремя мы не можем сделать, потому что нужна кожа личинки. Будь здоров. А, будь здоров. Куколки. Не личинки, да, куколки. Спасибо. Спасибо. Господи! Говно напугало меня. Да еще надо бы на стол сходить и вырезать пчел. Да. И найти, где муравейник у красных муравьев. Потому что я хочу жить с ними. Так, мне вот эти клыки-то не нужны. Чтобы гусеницы, мне они нахрен не нужны. А вот это... А кислотная железа у нас тоже есть. Нам не надо. Короче, слушай, надо как-то попасть туда... Туда. Сказала, как отрезала, да? Да. Это было унизительно. Можем клещей побить еще. Потому что это единственное, кого мы не убивали еще. И не видели. В смысле клещей? Красных клещей мы видели. Нет, есть тут, вот где мы ходим. Луж. У деревьев. Есть клещи именно, как обычные клещи. Там будет как реальные клещи. Не красные, а и... О, привет. Я подводу, если еще 20 минут. А я просто не дерусь, они противные. Слушай, нам нужно как-то наверх попасть. Пойдем построимся. А ты прям их не убивал даже? Нет, они очень сильные. Нет. Для меня они сильноваты, я такая, типа, нахрен. Эти дафни. Я просто уплывала от них. Быстренько. Говорю, надо попасть как-нибудь вот туда, к нам. Вот этот замочек, видишь, замок, замучек. Замок Франкенштейна. Да. Мне кажется, там проход будет этот.
в базу. То что сюда мы попадем вряд ли. Заберемся наверх, чтобы на дуванчике долететь. Я не вижу. Есть из чего строить? Там, на той стороне есть. А, вон, да, дуванчики. Там сорняки, одуванчики и все такое. Блин. Единственное, что я не взял, броню муравья. Можно как-нибудь подняться? Зачем мы побежали сюда? Обойти нельзя вот с этой стороны никак? Нет. Нет. Бежим по кругу. И что для починки, кстати, надо твои копье? Копье. А, только хоботки и все, больше ничего? Да, больше ничего. А, ну отлично. Возможно, теперь надо будет хоботки тигровых хромать. У меня есть что есть. Пошли клещи поводим. А где они? Тут? В общем, дорогие друзья, я считаю, что я вам показала вот это озеро прекрасное. Продолжение смотрите в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Что ж там дерется? Всем пока. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока. Как эффектно тебе долбанули. Не спеши выключать. Уи! Еще можно посмотреть вот это.